понимаю, что это кадина, ну что это такое? Вот это накрашенное, ничего. Боема. Так, знаешь, русские где туристы. Микрофон, я спрашиваю, где звукорежиссер? Почему у меня такой пистолет? Мне сказали, будет винтовка, что это, блядь? Извините, хорошо, ну что это я спрашиваю? Где сабля, винтовка? Это кинжал. Так, мне, пожалуйста, хлыст в микрофоне нормальных музыкантов. Вообще, хватит балагана. Я не понимаю, что это? Что какие-то стишочки, какое-то все. Знаете, должно быть искусство. Темное, белое. Но настоящее искусство! Видно мои слюни, нет? Слюни снимайте, пожалуйста. Искусство! Нормально, сейчас нормально, полицейно. Искусство! Отлично, все, теперь нормально. Так, как тебя там? Клаус, Николас, Иван Петрович, давай, вперед. На третьем фестивале Dark Cabaret. Я готов вас встретить к чертовой матери. Убей себя. Тебя. Себя. Это режиссер. А расскажите нашим зрителям, что такое декаданс? О, вы знаете, это удивительная вещь. Возможно, это те люди, которые умеют чувствовать особенно, чувствовать очень остро. И они всю свою боль могут показать, понимаете, они не боятся ее. Мы сейчас все закрываемся, они не боятся. А часто проходят ваши мероприятия? Ну, раз в год, где-то так. А что вы можете пожелать зрителям? Как вообще развиваться, создавать что-то новое? Ребята, только одно – не бояться. Не бояться и делать то, что нравится. Даже если не очень получается, все равно делать. Дорогу, как это там говорится, дорогу осилит идущий. А так. Кто может стать лицом афиши Dark Cabaret? Ну, наверное, самый лучший. А мы желаем всем весеннего настроения, любви и творческих фантазий. Добрый вечер, дамы и господа. Вы попали на Dark Cabaret. Dark Cabaret фестиваль пришел в голову нам с Владимиром, когда мы участвовали в фестивале Steampunk. Вот. Мария тоже создала этот фестиваль. Да, я создала Steampunk фестиваль. С успехом проводила не первый год. Да. Мы там и познакомились. Я очень люблю браться за нестандартные мероприятия, делать костюмированные шоу и максимально стараюсь вовлечь зрителя в атмосферу театра и музыки. Да, это тебе. Мне подарок? У меня же день рождения не скоро. Скоро? Снимайте. Я же великан в хрисе.
Я был на всех ваших выступлениях при жизни и даже после смерти. Дайте ручку, я хочу написать ему автограф. Дайте ручку, скакайте свои, запечатайте, давайте. Владимир, мастер декаданса. У нас есть элементы декаданса в Дарк Кабаре, безусловно, потому что это смежные темы. Вот, и... Но там много и других элементов. То есть Дарк Кабаре предполагает трагикомизм определенный. Гротеск. Гротеск. Комедию, трагедию, трагикомизм. Фанаду, да, эксцентрику и такую, в общем-то, экспрессию. Вот, допустим, бостонское чаепитие уже с самого начала, давным-давно, когда спрашивают, в каком вы стиле мы играете, мы говорили, мы играем в стиле экстремальный сентиментализм. А вот Дарк Кабаре это тоже своего рода экстремальный сентиментализм. Как да, ты считаешь, правильно? Я абсолютно уверена в этом. И это также жанр, который включает в себя панк-рок, готику, кабаре, классическое и не классическое. Вот что такое экстремальный... На самом деле это полное безумие. Я вот сейчас подумал, что такое экстремальный сентиментализм в применении, допустим, к дарк-кабаре. То есть человек рвет на себе рубаху, говорит, да я сейчас задушу тебя. И вдруг начинает плакать, рыдать и обнимать ее. И вот и ботинком кидает в того, кто спрашивает о нем. Вот это Дарк Кабаре. То есть такое настоящее. Да. Это о человеческой душе. Это о наших пороках, грехах. Но мы не боимся этого. Мы... О наших надеждах, о наших иллюзиях и о наших стремлениях к чистому и светлому. Правда? Не напишу газетах, не скажу в новостях сидрам. Скорее всего, у нас вовсе не нету. Но что это там, ты видишь во мне? И иду в глаз, но мы еле-еле украсим под утро столичную мэрию. У нас в гостях все сущие, но мы уже далеко шпионы. Очень великолепные артисты, красочные, яркие персонажи, невероятно интересные герои. У нас лежат замечательные открытки участников Дарк Кабаре фестиваля, и можно брать любую открытку, и она фактически готова стать в этот готовый афишу уже следующих и следующих кабаре фестивалей, кабаре вечеров и кабаре но утренних. Один момент. У нас есть традиция, пока что все афиши рисованы специально художником штатным Аглаей Самолетовой. Она работает как раз-таки в том жанре, который максимум отображает стилистику фестиваля. Да. Весна. Весна – это любовь. Гормоны. 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 То есть любовь. Любовь, весна, гормоны, гормоны, весна, любовь. Зелень, солнце. Творчество. Творчество. We'll be right back.
только что-то пришло в голову, это немедленно нужно воплощать. Если боитесь воплощать, то хотя бы запишите на бумажке. Мне хватает стимпанк направления Dark Barre, помогать Владимиру с декадансом. А если брать свои собственные творческие амбиции, там можно просто бесконечно еще плавать, нырять в глубины вдохновения, цеплять где-то из эфира идеи новые, они всем приходят. Я по совместительству еще рисую и пою, у меня есть музыкальный коллектив, ну это же отдельная история. Dark Barre проходит один раз в год, поэтому на него нужно попадать обязательно и не пропускать ни одного фестиваля. Они растем, не повторяются, да? Да, они не повторяются, там постоянный сюжет, он из одного фестиваля переходит в другой, и у нас есть постоянные персонажи, с которыми происходят истории, как внутри фестиваля, так и вне фестиваля. Вот. Выбор делаем мы вместе с вокалисткой Псен Сандой Озмой Нагатовной. Она наш музыкальный редактор. Она очень хорошо знает жанр Dark Barre и давно в нем работает. Стадии метаморфоз наступает чудесный момент, когда вы решаете все-таки примириться со своими страхами, закружиться с ними в безудержном вальсе и станцевать танго на канате, натянутом над тьмой. Например, если вы очень боитесь пауков, то почему бы не стать их королевой? И почему бы не возглавить армию собственных страхов для того, чтобы они сами вас боялись? Следующая песня называется «Баллада о черной вдове». Имени которого. Давайте чуть-чуть. Еще! Thank you.
Спасибо.